Фикспрайс. Всем громадный привет. В общем, мы отправляемся в Фикспрайс, посмотрим, что новенького на полочках. Ну и вообще, что там есть. Мы так долго этого ждали. Мы очень долго. А вы? Если да, то ставьте лайк. Погнали. Ну, мы в Фикспрайс. Рома взял корзиночку. Первое, что мы видим, это протеин-бар. Классно. Можно, кстати, взять по 25 рублей. Такой, наверное, возьму попробовать. Ты хочешь какой-нибудь? Может, вот этот? Еще и желтый. Я их уже видел. Шоколад. Ваниль, кокос. Кокос, шоколад. Но я кокос. Я кокос же взяла? Да, да. Кокос. Думаю, ну, два кокосовых. А, не, ваниль еще можно попробовать. В общем, да, давайте. Не кокос. Это два. Розочки нежные. Здесь вот появились ёршики для унитаза, вот такие вот, по 77. А, вот люминарковская, да, посуда, хорошего качества. Тачанка без лошади, др-др-др. Лошадь не ходит. Кстати, по 99, тоже новинки. А, вот еще одна новинка, это игрушка лошадь. Вот такая вот. Набор, кстати, вот акварельные карандаши появились тоже. Светодиодный светильник, но он уже был, так как бы, не новинка. Сумочки. Такие холщовые. Коврик. На это что? Какая-то вещь. Ну, в принципе, интересно, кстати. Такой топ. Ничего. Возьми что-то. Я взять? Да, то уходи. А, ну вот, смотрите, вот так если приложить. Вот таким образом. Не, ну можно, кстати, для дома, но там надо будет посмотреть, выбрать. Еще также есть лосины женские по 99. Такие маленькие очень какие-то на вид. А, не, нормально. Что это такое? Лосины, они растягиваются под джинсы. Типа такие джинсовые, джинсовые окраски. Ой, а вот что это у нас такое милое. Рожицы. И зачем они? Жуть какая. Народу сегодня крайне мало почему-то. Вот, видите, пусто. Значит, органическое удобрение универсальное, а дачный БФ есть вот за 99, катушка, тоже новинка, 99 рублей. Так, ну это просто надпись какая-то. Это птицы с капокрани, смотри. Сейчас, погоди. Секиры. Крылья секиры, у птицы такая др-др-др и рубит все. Такая ва-а-а. Ну как, перчаточки. Значит, царица цветов, здесь много грунта разнообразного. Так, вот интересно, набор вершочков для кактусов, тоже новенькие, по 99, но ничего, классно. Так, это у нас по садовым и домовым муравьям богатырский удар, я дам, да? Клипсы для подвязки растений, вот такие. Итак, здесь начинается косметика, а также аксессуары для стрижки волос. Color, краски. Вот, и тут это бальзам. Шампунь. Бальзам. И вот здесь всякая куча мягкого мыла. Вот, кстати, не хочешь жидкое мыло, бэйби? Не, я такой не делаю. Не есть, ну как-то. Здесь вот такое крем-мыло. Кстати, можно попробовать брусничный мусс. Красота от природы. Новинка. Есть вот такой шампунь. Шампту было приятно обнаружить. И очень такой приятный аромат вот у этого средства. Как тебе? Бананчик понюхай. Вот коктейль такой, типа банановый. Ну, как вот жидковатый только. Кстати, аромат очень приятный. Это шауагель, да? Ну, должен быть. А вот тут у нас, смотрите. Ванильный крем. То есть это для рук тоже, да, как крем-мыло получается. Ну, жидковатое. Вот этот запах мне не очень понравился. И здесь у нас для загара всякие средства. Вот такой шампунь. Роскошное питание тоже выглядит интересно, но тоже достаточно жидкий. Довольно ничего. Какой? Зеленый кофе и авокадо. Ого. Здорово. Ну да, запах приятный такой, интересный, кстати говоря, если честно. А послушай, вот здесь аромат вот у этого средства, интересно. А есть такой вот шава-гель, смотрите,
антиоксидант, детокс-эффект. Такой выбор большой. Вот апельсин, киви, бананы, карамель. Странный запах. Странный, да, аромат? Какой-то тонко-арбузный, что-то непонятный. Ой, нет, неприятный какой-то. Слишком химозный, на мой взгляд. А, вот это такой, знаете, детский больше аромат, на мой взгляд. А теперь давайте Рону дадим оценить вот это, послушай. Тут персик, апельсин. Как ты любишь? Абрикос и персик. А, абрикос, ну неважно. Как тебе запах? Химически. Ну да, такой химозный апельсин. А вот это, кстати, классно, пахнет арбузом. Клево очень. Мне не нравится запах арбуза. Мне понравилось. К сожалению, их не могут нормально. Давайте пока отвлечемся, посмотрим, что здесь. Здесь у нас фоторамки. Вот деревянная такая хорошая. Часы есть. За 99. Так, полотенце подарочное вот такое. Странное маленькое еще. Ну вот самое интересное. Коробочки. Вот. Класс. Такие вот рамки. Ой, какой интересный дизайн. Смотри, какой дизайн интересный. Да уж. Мне понравилось, необычно. Мультирамка. Так, ну опять же вернемся сюда. Как обычно, вот эти вот средства, которые часто беру. Так, есть крем для депиляции. Прикольно. Вот антистресс. Так, просто антистресс. Сейчас послушаем аромат. Нет, что-то не очень. А теперь давайте попробуем вот этот. Энергия. Ну, тут получше. Кстати, пахнет свечами. Прям свечами пахнет. Так, здорово. Вот такое покупала, да, скраб-суфле. И есть скраб-суфле черная смородина. Вот этот интересно. Да, свечами в языке. Прикольно. И, ну-ка, он жидкий. Ну, жидковат, да. Очень много кускового мыла, в том числе небезызвестной марки Дуру. У нас аромат розы. Также аромат лаванды, да, я полагаю. Да, лаванда. Какой-то дешевый осенний вальс. Так, с утром такой большой зеленый. Березовый шампунь. Березовый шампунь. Ну и как? Понюхай, странно. Я не понял запах. Слушайте, классно. На березовое молоко похоже. Такая березовая газировка, на мой взгляд. Березовый сок. Такой крем мыло, апельсин, масло органа. Вот это послушай крем мыло. Тихое на какое-то. Не слышишь? Что? Сосалки были такие в СССР. Ой, фу, гадость. Помнишь такие? Нет, они не так. Нет, похоже, но здесь больше химозина, на мой взгляд. Фу, нет. Не понравилось. Так, парфюмерия. Появились, кстати, вот такие вот запакованные коробочки. То есть здесь сверху вот сюда. Они как, знаете, вот такие вот обычные, открытые, которые может каждый открыть, попользоваться. Есть такой гель-антисептик освежающий, экспресс. Большая такая упаковка. Вот, кстати, жидкость для снятия лака с витамином F. А вот женская гигиена. А здесь есть Белла, Натурелла. Ну, при том, 50 рублей. Нормальная стоимость. И ватные диски. Базы Love, притом они уже очень-очень давно, они еще с того времени, когда был День влюбленных, очень интересно. Такой вот слон красивый, это у нас аромалампы, вот, и в виде слона достаточно интересно. Дырявый слон, то есть обстрелянный, из слонобойки. Сюда вот масло наливаете, а внизу ставите чайную свечку. И наслаждаетесь. Ну-ка. Вот такая тоже красивая, да. Тебя слоник заинтересовал? Нет, просто... Много свечей, как обычно. Вот, есть такие большие упаковочки. А вот свечи, вот такую маленькую брала. Здесь есть сейчас персик, ваниль. Так, яблоко я вижу. Вот, в гильзе также маленькие. Розочка. Очень красиво сделано. Мне нравится. Сейчас аромат послушаю. Слушайте, здорово выглядит. Да, розой пахнет, кстати. Так, это 77. Нет, это 99, это 77 получается. Здесь жасмин. Давайте аромат жасмина оценим. Также. Что ты, Рома, тут нашел? Типа рамка с клюшкой. Ой, сейчас. Потрясающе, реально пахнет жасмином. Я вот, наверное, даже такую возьму. Может, там посмотри, это воск или парафин все-таки. Скорее всего, парафин, конечно. Это раз. Парафин. Парафин, да?
Вот очень симпатичный такой горшок. И я хотела вам также подарочные свечи показать, прям с зернами кофе. Вот, очень красиво. Да, мелкие, которые, видать, отбракованные. Ну, они не ароматизированные, то есть это чисто под декор. Мои победы? 99, да, такая стоит? Что это вообще? Это не типа знаю. На стену вешать, вот здесь вот крепление какие-то в комплекте. Какие-то штуки сюда, типа, семена твоих любовников? А, медали, вот, также смотри. Вот всякие. Это держатель фруктовщик для медалей. Фруктовщик, да, так. Ой, как здорово. Ой, какой бред-то. Вообще, да ладно, так классно. Да, олимпийский хорошая чемпион задумка. Себе такое купит, однозначно. Хорошая задумка. Не, ну вряд ли, конечно. Его прям очень нужно именно здесь. Привет, мультифрукт. Давай мы возьмем вот такое. Что? Потому что у нас. А у нас раньше закончился? Нет, еще. Там, много, по-моему, очень много еще осталось. Вот видите здесь. Ну, 99 вот фейри большой стоит. А, мы подошли к теме литературы, да, Тас. Вот здесь тоже появилась Донцова. Но тут одна и та же. А, нет, две тут только, по-моему, да. Жена моего мужа и за всеми зайцами. Жалко, выбор маленький. Здесь, к сожалению. В основном детские. Есть вот такая литература. Кстати, 99. Александра Маринина. Но это твердая обложка. Устинова. Где-то на краю света. Дневник уже пора покупать. Я думаю, вот, очень красиво. Как а, ну, во-первых, мы уже брали замок такой. Нет, это чисто по цветам. У него же зеленый. В каком смысле? Ну, ты знаешь, это ненадежный замок для крепления, чтобы покупать для дорогущего, велосипеда. Потому что мы Димону ко дню рождения уже подогнали дорогущий велосипед марки Cube. Кстати, надо вам показать. Вращайте трубу по кругу, она будет издавать звуки. Ну-ка, потесть трубу. Она звуки должна какие-то музыкальные, 7 сантиметров издавать. Давай. Крути. По кругу. Что? Что, не издает, что ли? Ну возьми, который не сломан. Как она звуками, если здесь ничего нету? Я тебе достаю на... Вот. Ну что? Что не издает? Слушай, как неправильно. Надо ее это не так, вот так. Все равно не так, получается. Да. Сломано, наверное. Держи на свою трубу. Объемный конструктор, мозаика вообще прикольно. Классно выглядит. Интересно, как его собирать? А, вот, теперь так. Гуашь, финальчики появились уже, смотри, к школе. Замечательно. Вот органайзеры. Тоже классно. Такие вот органайзеры удобные. Очень. Забавные наклейки. Блок для заметок. Ну, это для первоклашек. Ну, почему? Вот, допустим, такие машинки. Взять, допустим, 21-ю наклеить. 35-й, 968-й. Ну, не, кстати, ну, новинка на бушариковых ручках. Ну, а, вот, нет, зато 12. Мощь есть. Ну, да, 12 штук, типа, за 25, ну, что такое. Ну, тут всякие строительные инструменты. Понравилось, да, тебе? Это вообще прям восторг. Чё себе, сколько игрушек здесь навалено, вообще машины все, танки, смотрите, танки, здорово как. А это что? Что это? Раньше это назывался топор для отрубания конечностей. Да, так называется, рыцарский топор. Да, очень топор. Не хочу тебя разочаровывать, но рыцари топорами не пользовались. Ну, мне-то что? Это же не я придумала название. Понятно. Классно, смотрите, как ты открываешь. Вот. Здорово, выглядит ничего так. Ежедневник антистресс. Красивая очень обложка. Вот такой обалденный ежедневник, стоит 99 рублей. Красиво очень. А, ежедневник на кнопке есть. Деловой такой. А зеркало велосипедное, Ром. Иди зацени. Велосипедное зеркало.
Также есть гудок. Велосипедный, кстати, хорошая штука. С учетом, смотри, велосипедный. А, это светодиодный фонарь. Фонарь, посмотри, как он работает. А еще есть этот гудок. Но это чтобы как раз разгонять всяких тех, кто не уходит с дороги. Да. Не валяшка-лягушка со светом и музыкой. 99. Прикольно. Еще мишка. А, две батарейки АА в комплект не входят. Что это? Такое? Не знаю. Я думал, ты меня каким-то попугаем тыкаешь. Попугаем. Смотрите, что я нашла. Игрушка из детства. Пружинка радуга. Обалдеть. Помню, раньше так нравилось. Вообще играли в школе на лестнице, с лестницы спускали. Что, возьми, кстати? Она какая-то не такая, да? Почему? Она, мне кажется, очень легкая и меньше, и не знаю. 25 рублей целых. Ну, можно взять чисто, попробовать. Но мне что-то кажется, она немножко не такая какая-то. Что-то в ней не то. Она как будто без металла. Та была тяжелая, помню. Да. Это такая легкая. Прям. Это как будто не металлическая, а просто пластмасса. Будет ли она вообще работать как пружинка, вот этот вопрос. Розыгрыш, не красящая краска, да, вот так вот. Типа разливаешь там маме на постель и говори, мама тебя сначала убивает, а потом ты объясняешь, что типа это все-таки розыгрыш. Машинки. Настольная мини-игра такая вот тоже интересная. Ой, ну надо же, смотри, что здесь я нашла. Зая, это не она. Play the game, настольная игра, мастер слова. Это просто посмотри. Мягкая, она не будет так делать. Посмотри, говорю, настольная игра, мастер слова. Обалдеть, да? У нас такая же есть, только большая. Только большая, да, это маленькая. Ух ты, неплохая машинка, по-моему, за 55. А, нет, я ошиблась. Обнаружила растительный пластилин. Смывается водой с любой поверхности. Интересненько. Трусики. Трусики, много трусиков. Как вам трусики? И здесь есть на самом деле нормальные трусы. В принципе, если кому-то захочется, можно приобрести. А также вот вода всякая, сок. Кстати, ничего так, если смотреть. Цене такой 9. А сколько? 55 сколько? Ну, я думаю, да, 50, полтинник. Вот такие бутылки большие здесь вот не брать. Мерзкий ужасный Феликс. Никогда не покупайте это своим животным, если хотите, чтобы они жили долго и счастливо. Особенно, если они немножко отрезаны яйки. Против блох ошейник. Появился тоже не очень хороший корм. Лоток со съемным бортом. Такой, в принципе, качественный. Вот, много всяких девочковых штук. Интересненьких. Вот это чудо нашла. Косметичку такую. Вот здесь зеркало. Сюда можно что-то класть. И здесь выдвижной ящичек. Ну-ка. Вообще прикольно. Он тут один. Новинки, сумочки такие вот появились. Но качество явно не очень. Да. Это вообще что-то ужасное. Просто, если честно. Ну, такое симпатичное. Нет, я просто смотрю, что это новинки. Это новинки и... Вот также кошелечек. Кстати, кошелечек, в принципе, симпатичный, но такой маленький, мне кажется, неудобен. А, вот еще лаковые сумочки, а? Страсть, мордость. Да. Аппарат для чистки лица. Кстати, кто такой пробовал, пишите. Мне вот очень интересно, как работает, нормально или нет. Да кости можно протереть или нет? Также что-то хотел спросить по поводу чего-то еще. Да, вот про это. А для флеровки волос, вот это вот как вообще, нормально работает или нет? Надо же, здесь есть хороший топ для спорта. Яркие какие-то шорты или плавки. Что также удобно, это наличие холодильника, где можно взять именно холодный напиток. Кстати, вот это такой напиток, 177 рублей сейчас по акции, в Пятерочке. Здесь есть также пиво. Вот, поэтому интересно, сколько же он будет стоить тут. Вот, цену можно увидеть здесь. Что-то там набрал. Пиво смотрю. Угу. Снеки. 50. Ой, это что, снэк со вкусом мороженого или что это такое? Смотри, бонги со вкусом ранч. Больше, чем сметана и лук.
кофе с жареной скорлупе. И пить пиво. Где вот этот напиток? Какой? Вот он. 25? Серьезно? Это квас Яхан. Да вот это сколько стоит здесь? Потому что пятерки по распродаже сейчас стоят 77. Вот сколько он здесь стоит, я не помню. Да палки-палки. Ну, знаю, здесь цены нету. Вот странно. Энергетически нету цены на этом. Мне-то не надо. Просто мне интересно. Такой осадок вообще образовался страшненький. О, не хочешь? Что? Нет. Говоришь, не надо, а ты думаешь, вот это не газированное, это точно так же газированное. Село Зеленое, вот это интересно, с соком, персиком, ракуя. Вот это, наверное, ничего. Так я возьму попробовать, кажется, интересная штучка. Чашечки. Ну, их тут мало, и в основном вот для детей. А для взрослых так себе, неинтересные. О, такая у меня есть. Банки очень интересные. 99. Ну, как бы они какие-то кривые на вид. Вот такие вот стаканчики. В общем, выбор маленький, да, вот в плане посуды. А, пойдем, пройдем туда. О, акция. 2 литра, 50 рублей. Квас. Вот эти банки тоже ничего, но здесь какое-то очень мутное стекло, прям подозрительно. Также есть такой холодильничек со всяким разным разнообразным. В том числе йогурты. А раньше, как я помню, они хранились вне холодильника, а теперь вот в холодильнике. Что? Что ты здесь? Нашел блюдо, молодец. Ну, говно. Ну, она кривая вся, смотри. Видишь? Это люминарк? Нет, это не люминарк. А, ну все тогда понятно. Вот топтышка. И опять же йогурт. И даже есть молоко, тоже в холодильнике. Любимая трубочка. Для молока здесь крупным. Вот, кстати, очень выгодно здесь брать Барилла. Барилла — это, ну, итальянская марка, и в общем-то обычно это дорого, да, стоит в магазинах. Здесь 55, нормально, это выгодная покупка. Такие тоже, а тортилья печенье классическое. Это брать из тирамису готовить. Кстати, можно взять, в принципе. Тирамису сделаю. Или вот такой вот. Тоже подходит. Но оно вот все какое-то разбитое. Вафли. Хлебцы хрустящие, любительские. Симпатичное оформление. Рулетики по 25 есть. О, мне уже надоело. Этот шик, эти конфетки. А вот такие вот мармеладки. Коробочки. И много-много вот этой вот конфет марсиан. Захотелось мне. Вот и взяла. Вешалки. Вот такие неплохие достаточно, хочу сказать. О, очень надо брать для картофана. Ого. Ого. Это для игрушек больше детских, мне кажется. Подходит. Огромная, да, огромный контейнер. Такие дела. Вон сколько здесь губок. И контейнеры тоже. Что выгодно контейнер, брать? Контейнеры. Чокопай в огромном количестве также. Покачай. И остальные сладости. И даже вот Альпен Голд есть. Смотрите. Ассорти и конфетки. Наверху находится много всяких корзинок. И чайный отдел. Принцесса Нури. Есть вот такой вот чай. Развесной. С мягким вкусом. Тесс. И даже русский сахар по 16 рублей. Такая маленькая упаковочка. Так, и мед. В индивидуальных покупках. Кофе. И заварки. Такой кофе растворимый. Славный чай. И даже индийский. Тут я еще вижу, продаются маски медицинские. Вот по 3 штуки. Нормально. 25 рублей. И рюмочки. Эти такие симпатичные игральные карты по 25. Всякие наборы. Ситечка.
Мерный кувшин. 25. Ты взял такой? Такой. Это кому взял? Мне? Я не буду, я фисташку ненавижу. Ты прям не знал, да? Где будет? Какой? Я тебе? Я? Нет, не беру, нет, не пробивайте. Ну, это я отнесу, само собой. Сметика. Я. Мороженое убираю. Рома говорит, чтобы мы не покупали пирожки с мясом, а сам мне берет мороженое с фисташкой. Хотя знаешь, что не люблю фисташки.